Уже 3 недели, как поселок Тепличный решением сессии облсовета присоединен территориально к Запорожью. Теперь его жители, которые и без того обладали запорожской пропиской, фактически живут на городской земле. До последнего времени земля поселка считалась частью Вольнянского района. Из-за этого возникало много недоразумений. Поэтому к переменам в Тепличном отнеслись позитивно. Начинаю обращаться. Вроде бы мы к БТИ относимся, как вот строения основные. А земля Вольнянский. Начинают туда отправлять. Не найдешь просто хозяев настоящих, которые бы тебе однозначно помогли в этом вопросе. Поэтому мы очень рады. И мы надеемся, что это для нас только будет одна польза. Мы очень рады. У нас теперь аптека уже есть. Вот, и тем более транспорт у нас хорошо ходит, да, маршрутки бесконечно. Принципиально лучше, что в городе. И автобусы, маршрутки, и магазины, и аптека теперь уже от города. Ну, не знаю, так вроде бы лучше. А там кто будет видно, поживем. Поздравить жителей Тепличного с утверждением статуса горожан приехал и мэр Запорожья Евгений Карташов. Городской власти пришлось пройти нелегкий путь по присоединению территории Мокрянки, говорит мэр. Теперь надо думать над тем, как распорядиться своей победой максимально эффективно для жителей поселка. Мы знаем первоочередные проблемы, то, чего нет у вас, и соответствующего лечебного учреждения, которое бы мог бы сегодня решать ваши проблемы. И помощь, которая должна быть оказана вам в организации аптеки и в организации транспорта, да и в целом вот те проблемы, которые накопились по жилищному комплексу. Вот это будет одной из основных наших задач для новой власти. Начать городские власти решили с открытия аптеки. В Тепличном она стала первой. Теперь жители Мокрянки надеются и на открытие амбулатории семейного врача, чтобы за первой помощью не надо было преодолевать километры. Просят у мэрии и восстановить клуб для детей. Там, чтобы для молодежи сделать возле клуба, чтобы хорошо порядок, было. Чтобы... Да, чтобы ну, порядок был. При разумном вложении в инфраструктуру из Тепличного можно сделать престижный район, считает мэр. Вы будете еще большим таким оазисом в городе Запорожье. Будут очень многие стремиться приехать сюда, построиться вместе с вами здесь, построить свои коттеджи и жить в очень такой хорошей экологической обстановке. Подтверждение того, что поселок теперь полноправная часть города, в Тепличном Шевченковская администрация провела первую ярмарку. Здесь можно было купить сельхозпродукцию по ценам процентов на 20-40 ниже рыночных.